Так, давайте сначала здесь посмотрим, что есть. Так. У нас улучшена жизнь. Не может не радовать. Ладно, а теперь пошли. Твоей рукой нас не сломать, другого будем здесь мы ждать. Окей. Не буду спорить. Блин, надо вспомнить, как их валить. Иди сюда. Вот так мы достали. Все, что и требовалось. Все. Их надо только из их стихии достать, и проблема решена. Но тут будут еще вроде бы некоторые такие похожие чела. Мне даже интересно, кстати, какие будут мобы в пятой части. Пока для меня единственный челка по роликам в пятой части, который, ну, немного странно вписывается в концепцию, это Ви. Потому что он сам нервный, он медлительный какой-то. Ну, посмотрим, надо пробовать щупать. Так. Мы те, кто о жизни и смерти все знает, в этом аду и заклятся сплетают. Если дальше идти, твоя цель — другого себя введи в эту дверь. А теперь свою судьбу мы решаем, одолей нас или твой успех отменяем. Ладно. Прежде чем мы будем играть в кубики, давайте все осмотрим. Ладно, где кубик? Пять. Это значит бой? Понятно. Блин, один раз промазал. Блин, он хиляется, засранец, а? Так, где кубик? Так, ты держащий жребий в демона руке. Жребий решит, какой быть судьбе.
Надежды твои не имеют значения. Брось жребий, он укажет направление. 6. Да опять? Вот серьезно, опять? Ну. Вот лишь бы помахаться. Давайте еще зарядим. Сколько мне осталось идти там, интересно? Четыре. Раз, два, три, четыре. Это хорошо? О, наверное, да. Два, блин. Раз, два. Тоже неплохо. О, реально неплохо. Три. Блин. Давай еще хотя бы шесть. Блин, нет. Опять бои. Так, нам надо сделать 4 либо 5, и мы закончили с этой мозаикой. Да ладно, 3. Вот опять, чтобы в конце еще раз махнуться. Ладно. Ну, просто сейчас их уже много боев получается. Да блин, ворот. Да не отпадает от меня далеко, но... Все отлетает, отлетает. А мне ведь еще за ними бегать. Ну все, вроде бы закончили. Так, ага, здесь какой-то пульт управления, да?
Если кто не знает, это меч Вергилия. So, you've come just as I'd expected. Huh. Who the hell are you? I am Agnus. Working in secrecy, very few are privy to my existence. Funny, to figure an order official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Just as foul-mouthed as I had heard, the rumors proved true. As were the new ones concerning your demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I talk? Great. Demons. This is all Kratos doing. It was Kratos who ordered you to follow the Dante. It was Kratos who brought you here. Dante? You mean the man that killed his holiness? What the hell's going on here? I don't have to answer to you, for you are already as good as dead. I beg to differ. Так, давайте ворачиваться. Короче, нам надо уворачиваться от мечей и закидывать их в стекло. Кстати, видите экран справа? Давай, давай. Блин, а? Так ведь хорошо шел. Ой. Да чтоб вас. Давай уже, бери меч. Да что от меня? Не мог поймать. Who's talking, jackass? Answer my question. What the hell's going on here? How profound. It's magnificent. Okay, did you even hear me? If you want answers, then I shall give them to you. It has only been a few years since I began this research. Could we isolate and bind demonic power. It could enable us to conquer the world. And that is the wish of His Holiness.
What a crock. And you may as well ditch the efforts, pal, because His Holiness is dead. Ah, but His Holiness has been reborn as an angel. An angel. And soon, soon, so shall I. See what just a small fraction of my research has yielded? Look how beautiful this white armor stands. You have no idea the hardship to make just one armor come to life. I had to capture and control countless demons to harness their souls. Summoning them alone was almost an insurmountable task. Summoning? So it was you who made the gate? Yes, yes, the Hell Gate. I created it merely as a reference and substitution for the real gate. But after utilizing an extremely powerful devil's arm, it proved sufficient. What the hell are you talking about? You should rest. Soon, you shall be my next subject of experimentation, so that I can learn a little something from you. And that arm. Never. Take him out. Thank you.
to headquarters. If what Agnew said is true, Kratos must have known something. Ямато, меч, насыщенный сильнейшей магией, высвобождает скрытую силу Нейра. Так, демонический облик. Нажмите ЛБ, чтобы высвободить демоническую энергию Ямато и демонические силы Нейра. Для трансформации необходимо, чтобы шкала демонического облика была заполнена хотя бы на 3 деления. Использование демонического облика снижает соответствующую шкалу. Окей. Ну что, ребят, кое-что поняли о сюжете? Водопад. Вот, окей. Там еще, видимо, какая-то секретная комната или в плане опять испытания. Наверх. На этот мост. Только единственное, сейчас не помню, куда мы пойдем. Штаб-квартира. Реально вот напомню, где она находится у него. Короче, ребят, чтобы попросить вам задачу, объясню. Нейра, сын Вергилия. Поэтому он смог взять Ямато, поэтому он тоже является таким полукровкой, назовем это так. У него белые волосы, он похож на Данте. Ну, в общем, Нейра из семейства Данте и Вергилия. Воу, что-то я подвис там. Охренел. Уже умри. Да. Черт, я все мажу, секунду. Все. Так что поэтому мне очень интересно, что будет в Devil May Cry 5. Потому что кто смотрел трейлеры, тот, в принципе, мог видеть определенные моменты, который вызывает большой интерес. Что за фигня? Жив он или уже нет? Похоже, души он лишился полностью. И что мне надо сделать? А, все, вижу, вон. Ну, нам это нафиг не надо. Вот броня. О, да ладно, еще. Let's kick some ass. Я тут задолбал щитом прикрываться, вроде. Еще какая-то секретка здесь. О-о-о. Ну, вот это старая, знаете, прям видно, старая фишка олдскульная.
когда слишком часто бои. Раньше это, конечно, воспринималось более-менее нормально, но сейчас для меня это, конечно, иногда, знаете, переборы. Да, задолбали. Давайте Ямато. Офигел? Стоп, неправильно я прочитал. Стоп. А, не, все правильно. Наверное. Так что давайте переберемся за этот водопад. И я с этим сражаться за странцами не хочу вообще. Просто пойду мимо. Так, вот этот мост. Так, вход в лес. А, все, тоже вспомнил. Больше на джунгли похоже, да? What the hell is this? Must be the effect of the gate. Sorry, kid. This is gonna have to wait. How much could he really know? Миссия завершена. Отлично.